Два водителя погибли в ДТП на трассе. Пенсионер протаранил иномарку. 82-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, и врезался в «Субару Легаси». Оба водителя погибли. Пассажир отечественной легковушки доставлен в больницу. Водитель фуры растерял груз. ДТП произошло недалеко от поворота на Чвакуш. По предварительным данным, при повороте из кузова машины выпал груз. Благо, никто не пострадал.